быть эти два самых лота, ну и потом уже перейдем к команде Fnatic. Ну что ж, команды уже готовы, пошел отчет, и будет первый раунд тайбрейков, который, еще раз напоминаю, играется по системе Max Round 3 и, наверное, по 10 тысяч долларов, хотя хочется 16. По 10, нормально? Ну, да. Ненормально. Это такой бред вообще. То есть играются тайбрейки, матчи за выход из группы, и ты сейчас проиграешь два раунда в дефенсе, и на последний день их не будет. Ладно, не хочу говорить. А, поехали. Победитель, ну, неважно, кто победитель, проигравший, еще один матч будет тоже на трейне, только у СК Гейминг. Здесь считаются только тайбрейки, то есть 3-0, 3-0. Кто, в общем, грубо говоря, система такая, что кто выиграет эти допы, тот, собственно, и папка. Да, тот и... уже практически участник плей-офф пятого сезона ESL Pro Лиги, ланд-финалов, который проходит в городе Даллас. И у нас команда Envious направляется довольно-таки уверенно. На коннектор, возможно, будет выход на точку Б, за который отвечает Олафмейстер и Флюша. Это АВП и М4А4. Есть два молотовых, есть смоки, есть флешки. Есть абсолютно все, чтобы откинуться и пресечь выход от своих соперников на данную позицию. А у меня нет уже, Алексей, сомнений в том, что все-таки Envious рано или поздно будут как раз-таки здесь свои активности проявлять. Ну, Envious вообще и G2 тоже любители ходить на точку Б под флешку. Начинается заход довольно неплохо, но Олаф делает минус по RPK, и Envious что дальше? На плент. Сиксер отвечает по кримзу, Флюша до сих пор на хорошей позиции. Внедряется на плент, может сейчас здесь перевернуть раунд своими действиями? Да. Но не в свою сторону. CMS забирает Флюшу, и ретейк 3 в 4 смотрится неперспективно для команды Fnatic. Ну и еще имея 2 АВП, это будет очень тяжело сделать. Мы это уже видели против команды G2 на карте The Overpass. Но тем не менее, Дэнни забирает XMS. Но дело в том, что бомба будет поставлена на точке А. Это тоже интересно, то есть очень быстрая перетяжка от команды Envious. И сейчас классная позиция от французского коллектива. Ну и GV, Деннис и Олаф должны уже двигаться. Есть у нас 2 набора дефузов, также 2 смока и молотов. То есть эти гранаты, в принципе, могут сейчас в этом ретейке помочь шведам. Но нужно вот как-то со своей позиции выходить. И что самое интересное, они с одной позиции все решили выходить. Ну, Хэппи, короче, этот раунд не отдаст. Ну все просто, ребят, я вам скажу, что Хэппи это раунд не отдаст. Так, он уже забирает Денниса, который решил прочекать зелень. Есть минус от Хэппи, Скрим забирает также Джейви, только одним ответил Олафмейстер, пытается задефузить бомбу, это нож от Скрима. Олафмейстер не смог, и это первый раунд для команды Envious в рамках этих тайбрейков. И ничего здесь не было вот понятно до последнего момента. Вот почему Envious, например, не ставили бомбу на Б, да, там перетяжка неплохая. Все-таки они смогли вот обставить сейчас своих соперников, выйти, поставить пакет и потом занять хорошие позиции. Как ты уже сказал, как раз-таки благодаря им они и смогли совладать с этим ретейком от своих соперников. Fnatic проседает 0-1. И, соответственно, как ты уже выразился, если они этот раунд проигрывают, то на следующий у них денег вообще не будет. Ну, Envious об этом тоже прекрасно знают, об этом знает Хэппи. И они могут сейчас вообще взять, построить то же самое через коннектор, выход на точку Б, взять, опять же, раскидать и сделать то, что у них не получилось в прошлом раунде. А почему они стянулись? Ну, потому что там уже захлебнулась атака, на самом деле, видимо, и не было возможности нормально поставить бомбу. И стянуться на апдаун, выйти на точку, решение оказалось очень даже неплохим. Поставили бомбу, рассредоточились по позициям, ну, и все. И раунд взяли. Очень медленно сейчас играют французы. Перетягиваются на зелень. Бомба находится здесь. Один в мейне, один наверх низ. И 4 плюс 1 играют Fnatic в обороне. JV откидывает гранаты на зелени. Через эту позицию пока не смогут действовать большинство игроков команды Envious. И перетяжка тут же от XMS и Скрима на сотку. И только Хэппи оставили на данной позиции. Деннис отвечает за мейн. Ну и 50 секунд для принятия решения команды Envious. Скримс довольно-таки активно действует на верхней вместе с Олафмейстером. Неплохие позиции, но JV тоже будет помогать. 4 игрока команды Fnatic сейчас на точке А. Уже один из них сработал, это Деннис. Неплохо на размене XMS, но дело в том, что потеряли. Тут же бойца у нас Envious 3 в 4. Нужно продолжать выход. 30 секунд до конца этого раунда, но RPK проседает очень сильно на верхней. Скримс его не пропускает через эту позицию. Хэппи также погибает на зелени. JV с ним справляется. Сиксер последний, 1 в 3. Но здесь он ничего не сможет поделать. Есть инфа по Сиксеру, он с бомбой закрыт в мейне, времени тоже нет. Ну, не знаю, есть ли смысл здесь сейвить, деньги-то все равно в следующем раунде будут. GV решил запушить, GV, а Сиксер, простите, решил выходить в мидл, и как раз таки Флюша был на трансформаторе, GV был на зеленом, и, собственно, они справились с последним игроком команды Envious. Слушай, первый раунд, вернее, последний раунд в первой половине,
Ну, что сказать. Борьба на трейне. Все хотят выйти из группы, и Envious, в принципе, смотрится неплохо. Да и Envious вообще как-то на этом турнире, ну, приятно удивляют наверняка своих болельщиков. Да и статистика у них тоже хорошая. Да, смогли ребята все-таки сегодня вернуться и показать класс. Порадовать абсолютно всех, кто поддерживает данный коллектив. И сейчас довольно-таки близкие позиции от Олафа вместе с его тиммейтом под Б. Envious, вот видишь, в последнем раунде, ну, вернее, в прошлом раунде они попытались действовать на зелени втроем. У них это не получилось, и здесь все-таки будет еще одна попытка. Там неплохая пропрыжка от скрима, но при этом он с этого угла раскидывает данную позицию. Соответственно, JV знает, где находятся соперники. И, в принципе, тут опять же-таки идет обратная перетяжка от XMS и скрима. Где-то мы уже такое видели. Но вот будет ли повторение тактики от команды Envious в этом раунде? То есть попытка выхода на точку А. В этом я сомневаюсь, учитывая то, где находится уже бомба. Бомба, возможно, будет направляться на точку Б. Оставляет только одного сейчас бойца на зелени. Это Хэппи, который будет выходить в спины своим противникам. Ну и расчет на то, что он будет просто заходить на себя, как минимум стягивать внимание от врага. Но Хэппи-то через зелень тоже не будет действовать. Все-таки он перетягивается, готовится выпад на точку, как раз-таки, за которую отвечает Флюша. Тот на собаке откидывать будет уже Молотов, довольно-таки неплохой. Соответственно, пока атака не может выйти через нижнюю волну, просматривается верхняя. Но Флюша уже должен говорить о том, что, ребята, здесь что-то нечистое. Ну долго, очень долго Envious готовит этот выход. Там уже три игрока у Fnatic на Б. Хэппи уже с зеленки кинул... Пришел в мидл, кинул оттуда флешку и вышел наверх-вниз. Ну, очень долго выходят на Б. Так, Флюша, неплохо. Наш шашлык с Хрими, XMS идут без шансов. RPK на размене. Также перестрелка с Денисом, неплохо. Работает JV. Ну и Хэппи не смог уже выйти, но есть еще Сиксер, который под свой смог может дальше пройти, забрать бомбу и ее поставить. Но Олафмейстер убивает RPK. У Сиксера не будет поддержки. Возможно, в смог сейчас его просто будут убивать. Хаешка, 84 хп остается у последнего игрока команды Envious. Под флешку врыв, забирают JV, можно просто уйти. Я напоминаю, что у него есть молотов, под который просто можно выйти и убить соперника, который не сможет задефузить эту бомбу. Но бомба стоит не до дефолта, так что интересно, там уже не дефузится. Опять же таки Сиксер уходит на нижнюю волну. Кримс не может разминировать бомбу. Так, паника в стане команды Fnatic. Но есть дефузы у двоих, нужно просто сейчас дернуть и... Ну все, здесь дернуть. Сиксер читается. О, Олаф как уверенно. Прочитано. 2-1. Все-таки команда Fnatic смогла победить на первой половине этих дополнительных раундов в рамках тайбрейков. Ребята, кто присоединился, еще раз объясняем то, что у нас СК, Fnatic и Envy борются за два слота в плей-офф. То есть у нас G2 вышли с первого места группы А, ну и эти три команды вскоре пополнят список участников. Нужно сказать, финальной почему? Части. Потому что G2 выиграли личные встречи у всех этих коллективов. Да. То есть, но при этом умудрились проиграть там Cloud9 и Immortals, командам, которые не выходят из группы. То есть основных конкурентов G2 обыграли, соответственно, по личным встречам среди этих всех команд у G2 самая лучшая статистика 3-0. Ну, имею в виду против тех команд, которые спорят. Ну, а вот Fnatic и Team Envious и SK, соответственно, три оставшиеся команды, которые действительно будут разыгрывать вот эти вот два последних слота. И происходит это все в виде тайбрейка. Это допы, просто обычная серия допов на карте последней, которая осталась в пуле между черком трех команд. То есть каждая команда черкает по одной карте, так происходит два раза. То есть, условно, СК черкает там Overpass, черкает там Cobblestone. И там Envious еще что-то черкают. А ты вообще, конечно, представляешь себе ситуацию, то, что СК не выйдут, например, из группы, учитывая то, что они в первом не были со счетом 3-0 по картам? То есть все говорили о том, что ну вот он, тот самый первый слот плей-офф, это плей-офф, и это не только вот топ-8, это еще и, в принципе, легкий довольно-таки полуфинал, то есть это уже топ-4 для команды СК. Не тут-то было, с этим не согласны были у нас как минимум G2 и Envious, сегодня французы в ударе. Ну и здесь, как будут именно играть Envious наверх-низ, тоже довольно-таки интересно будет посмотреть. Два игрока на позиции, но только сейчас одного скрима оставляют. Примечательно то, что коннектор занимается игроками команды Fnatic. Флюша и Кримс там находятся, JV на хелпе. Возможно, будет действие какое-то по точке Б, хотя есть еще ключи, а именно Олафмейстер и Денис, которые тоже на себя могут стягивать внимание от защиты, которая пока что без информации. Fnatic играет в похожем ключе, как их оппоненты, тоже очень медленно и тоже мают уже коннектор перед бэплентом, готовы атаковать, судя по всему, эту позицию. Да, так и есть. Ну и один люркер будет на зелени, это Олафмейстер.
Ну, Envias держит вдвоем точку Б, то есть с точки зрения позиции приема здесь все должно быть уверенно, и опорники должны справиться хотя бы по минусу дела. Так, РПК отлетает без шансов, собака не сработала. Деннис неплохо тоже сбривает голову Хэппи, только сейчас ответ от Сиксера, но этого пока что недостаточно. Бомба уже поставлена, 4 на 3 ситуация, Сиксеру нужно дальше идти. И поддержка будет, наверное, от XMS вместе с Кримом, а они заходят в спину, там Флюша все контролит, здесь все закрыто должно быть для игроков команды Envias. Флюша неплохо отрабатывает XMS, Крим вместе с ним. 3 безответных минуса, и Флюша убил 60% вражеской команды. Это правда, Фнатики забирает первый раунд в атаке. И это уже задел на то, чтобы, возможно, бы победить. Да, все неплохо сработало для этого коллектива. Хотя, опять же таки, позиции были у Envy хороши, но не хватило уверенности от РПК. Он отлетел, опять же таки, вот без шансов. То есть от него хотя бы одного минуса стоило ожидать. Но, опять же таки, его смогли очень хорошо словить соперники на флешке, которую он откидывал на нижнюю волну. 4 плюс 1 сейчас стоят Envias. Они в очень тяжелом положении. Нужно брать 2 раунда подряд. И дальше. Дальше что? Сейчас в тактике, кстати, вот я рекомендовал это делать Envias. Я бы сейчас на месте шведов опять вышел бы на точку Б. Ну вот, если там ты выходишь и делаешь вот так вот 2 килла, то это говорит о том, что можно еще пару раз попробовать туда сходить. Да. В принципе, Фнатики могут это использовать. Ну, это те самые ребята, которые умеют давить на мозоли. То есть они этим уже запомнились нам даже в рамках этого турнира. Но, опять же, не всегда это работает, потому что вот с G2 не сработало. Вот была эта давка, да, вот на точке Б, очень частая. Ну, вот все-таки французы смогли тогда собраться. Смогут ли собраться их соотечественники, мы вскоре увидим. Учитывая то, что все-таки готовится у нас выход на Б, еще один экзамен для команды Envias. И здесь уже, ну, не такие позиции, как были в прошлом. То есть, да, РПК у нас на собаке, но вот Хэппи решает отойти на нижнюю волну. И его позиция нам говорит о том, что у команды Envy нет инфы. То есть он чекает сити. Да, и они неправильно читают инфу, которую им дают Фнатики. Фнатики только что накидали гранат, но оно типа не вышли. И это уже второй раз происходит. И Хэппи стягивает, отходит чуть-чуть дальше, РПК... Ну, от него все зависит. Опять же, позиция довольно открытая. Сиксер делает минус по зелени. А, вот он, RPK. Все, сработала точка в этот раз. Это первый раунд для Envias. Да, танк отыгрывает на поезде, ребята. Хэппи забирает последнего JV. 1-1. И неужели, Алексей, шоу будет продолжаться? Неужели мы будем смотреть дальше эти тайбрейки? Я помню, что мы с тобой комментировали тайбрейки в Катовице, и там эти тайбрейки тянули на отдельную карту. То есть у нас даже были счета там, типа, как уже 12 раундов в пользу одной из команд. То есть здесь, ну, да, отдельные карты просто разыгрываются. Да. Но вот все они разыгрываются по системе допов. Еще раз напоминаю, ребята, 10 тысяч и MR3. Но в этом раунде Фнатик неужели еще раз на точку Б? Во всяком случае, 2 игрока вновь на коннектор, но не встречает отпора пока от своих соперников. Скрим наверх-вниз. И данная позиция пока что не кошмарилась командой Фнатик. То есть не было спусков, не было какого-то активного воздействия на данную позицию. То есть скрим вообще без работы там остается. 3 плюс 2 стоят Envias. Фнатик играет очень медленно. Кстати, вот продолжается атака от Фнатик, которую мы видели на оверпассе, да, очень медленная такая, очень выверенная. То есть здесь, конечно, тоже нужно учитывать, что у Фнатик-то нету мобильности, есть 2 АВП, и этим авикам нужно пространство, нужно где-то создавать это пространство, где-то открывать зоны. И пока нету, вот пока мы видим только стояние от команды из Швеции. И вот проходит что у нас? Лофмейстер проходит по зелени, 2 игрока стоит в мейне, 2 стоит наверх-вниз. Вот не понять, совершенно непонятно, что сейчас будут делать. Значит, что они вообще делают? Они фейкуют. Да. Они фейкуют, есть размен на Б. Не самая лучшая хаешка от Кримза. Нужно отправляться уже наверх-вниз, судя по всему. Выход от Денниса неплохо. XMS отлетает без шансов. В ухо забирает противник. Дело в том, что скрим до сих пор отворачивается наверх-вниз. Кримза забирает неплохо. Уже 3 в 2 ситуация. Сиксер... Ну, здесь, конечно, будет тяжело. JV и Деннис 2 в 3, учитывая то, что 25 секунд до конца этого раунда. Бомба только сейчас выходит через мейн. И нужно двигаться потихонечку уже до плента. JV понимает, распышка неплохая. Флешку ловит от своего соперника на тупиках. Ну и Деннис дает информацию о том, что, в принципе, он все прочекал, кроме вверх-вниз. А там был скрим с самого начала, который ворвался в смок и забрал противника. Да, скрим сыграл довольно неожиданно. Ну и JV даже не дали установить бомбу. 2-1, 2-1, допы продолжаются. Вторая серия допов нас ждет впереди. Смотрим. Да. Ну, что можно сказать по этим допам? То, что команды достойны друг друга.
И нельзя, знаешь, сказать, что там одни сильнее других. То есть я не вижу сейчас превосходства Fnatic над NVS. NVS очень неплохо смотрится. Так и есть. Подстраиваются в защите и могут диктовать условия в атаке. Это самое главное. Envy удивляет. То есть я вчера посмотрел на результаты, посмотрел на игры, ну, подумал, что нет, все-таки ребята приехали не туда. Но сегодня они доехали все-таки до 5-го сезона, до лан-финала в Даллас и показывают очень хорошую игру. Ну что ж, у нас будет возобновление этих допов. Перезагружается карта почему-то вот постоянно после смены сторон. Вот, и тут какие-то небольшие проблемы, видимо, у команд возникли. Ну, они, я так смотрю, что даже после смены сторон карта пытается. Ну да, ну, видимо, так настроен сервер. В любом случае, у нас интереснейшая встреча. Ребята, никуда не расходитесь после этого тайбрейка. Почему? Сразу же объясняю, потому что дальше играют Na'Vi против Energy. И у Na'Vi очень... Не знаю, вот не то чтобы плохая позиция, нельзя так говорить, но позиция, с которой будет тяжело выйти, скажем так, в плей-офф группы Б. Опять же, они проиграли вчера схватки против Norse и Mousesports, хотя, опять же, таки имели шансы как против одних, так и против вторых что-то показать. Но и сейчас не самые сильные коллективы против них будут выступать. Это Energy, это оптики, которых они должны обыгрывать. И потом уже надеяться, то, что вот кто-то из фаворитов тоже сыграет плохо. И, возможно, будут тайбрейки. Хотя в статистике 3-2 тоже можно уже выходить в плей-офф. Но это совсем другая история. У нас еще раз перезагружается сервер. Так, а сегодня у нас после этого матча получается еще два. Да, два матча NATO Swincer. Правильно? Да. То есть NRG, у нас еще Optic, у нас Norse против Optic. То есть у нас в целом группа Б это Na'Vi и Energy, Norse против Optic и Na'Vi против Optic. Эти три матча будут на этом стриме. Ребята, не забывайте о том, что работают параллельно две трансляции. Здесь работает Nkanis и Ucha. Там для вас работает Sleepsome Wild и Crystal May. Так что, если посмотрели здесь, матч вот, например, закончился, сразу же можно пойти к коллегам и там посмотреть, что там у других команд. Но пока это только тайбрейки, пока только этот канал. NVS против Fnatic. Я надеюсь, что все-таки будет продолжаться этот матч. Не будут затягивать особо ребята. Ну, матч продолжается. Уже все закупаются, паузы нет. Все хорошо. Хфы-хфы. Поехали. Fnatic в атаке. Team NVS в обороне. Остаются в дефенсе французы. Fnatic опять будет атаковать. Ну, три зелень просматривается на старте. Один в мейне, один на верхнист. Такое расположение на старте этого раунда у команды Fnatic. 3 плюс 2 держит NVS в защите. И вот поджимает скрим. Под флешку пытался туда ворваться, но Денис жестко его вырубает. И меньшинство для NVS в этом раунде. При том, что раньше игроки команды NVS в защите такого не делали. То есть они не поджимали коннектор. Они ни в коем случае не должны были, наверное, делать этого и сейчас. Но была попытка сыграть более пластично, за что были наказаны сейчас французы. Ну и попытка, наверное, выхода от команды Fnatic на точку А. Зелень будет гореть сейчас огнем сражения. Сиксер не пропускает Олафмейстера. Размен на JV. XMS тут же отвечает неплохо. 3 в 3 ситуация. Защита сейчас имеет огромные проблемы, учитывая то, что XMS должен двигаться. А под ним сейчас, вернее, над ним сейчас находится Флюша. И, соответственно, это легкий минус для Робина Ронквиста. Хэппи вместе с RPKM. 2 в 3. Ситуация незавидная, но надо идти дальше. RPK должен убивать. У него не получается. Кримс на страже этой бомбы. И последний только Хэппи на тупиках. Это АВП, которая... Вряд ли сработает в этом раунде. Кримс заметил или нет? Наверное, заметил. Есть информация по последнему противнику. Соответственно, Fnatic никуда не будут двигаться. Это их раунд. Ну, очень плохо сейчас сыграл Хэппи, который был XMS. Кто там был между? Или XMS, или Сиксер? XMS. XMS был между. Да. Был между, да. А вот Хэппи в этот момент был на пленте. И когда пошла инфа, что идет выход зелень плюс мидл, Хэппи откинул гранаты, две там, открыл флешку на зеленый вагон еще куда-то, и ушел в коннектор. И там еще сидел какое-то время. А ведь все это время, а параллельно жил его братюня, которого с двух сторон разрывали там. Вместо того, чтобы Хэппи толпануть, он попытался как-то сыграть, ну, непонятно вообще, вот этот вот его отыгрыш. Он потом сместился с коннектора на линейку, вышел на зелени и, короче, был полностью бесполезен. То есть, если бы он включился в этот игровой момент, в эту драку, то, возможно, у NVS что-то бы получилось. А так он продал своего тиммейта. Ну, то, чтобы продал, но сыграл явно не на тиммейта. Может, да, была, на то, была какая-то чуйка. Вместе. То есть, может, была какая-то чуйка. То есть, ты знаешь, как снайперы очень часто любят играть. То есть, оставить какую-то позицию, открыть пространство для своих соперников и сыграть как-то более тоже вот агрессивно где-то, может быть, более на удивление своему противнику. Но это не сработало просто для Хэппи в предыдущем раунде. Соответственно, это первый шаг команды Fnatic к победе в рамках этого тайбрейка, довольно-таки серьезный.
нас уже внедрился на точку А. Один из бойцов команды Fnatic — это Олафмейстер. Ну, тут прочекают или нет, но Сиксер в очередной раз. Первая кровь от него. На зелени Джейви падает, Флюша поднимается наверхне, забирает бомбу. Возможно, как раз-таки будет пытаться выйти на точку Б, или же будет перетяжка с тем, чтобы выйти вместе с своими тиммейтами на А. Но уже меньшинство. Уже нужно как-то удивлять соперника и сыграть на размене. Скрим неплохо убивает Олафмейстера. Тот сам уже вышел на прицел сопернику. И это, конечно же, мастерский хедшот от Адиля. Ну и, соответственно, ситуация уже 5 в 3. И здесь команде Fnatic не позавидуешь. И мы идем к счету 1-1. Ну, неплохо все от NVS перекрыто, на самом деле. Не верится в то, что здесь Fnatic что-то могут сделать. Деннис постоял-постоял, решил, что нужно двигаться. Как истинный папка открыл точку А, сделал минус. Сейчас может еще сделать на крыше, но там XMF перестелит все-таки Флюшу. Ну и Деннис на центральном вагоне вместе с Кримзон будут пытаться взять этот раунд. Ситуация 2 в 4, там спину обходит Скрим и делает минус по Деннису. И Деннис должен погибать. Скрим — отличная стрельба от него. Счет 1-1, ну и последний раунд в первой половине. Напомню, что это вторые допы, друзья. Ты знаешь, кстати, о чем я подумал, Алексей? То, да. Что действительно круто, что у нас еще не было такой ситуации, когда у одной из команд не было денег. То есть всегда есть нормальный бай, и за этим приятно наблюдать. У нас интересные раунды, хорошие хедшоты, но пока вот не хватает хайлайтов. То есть нет такого, что вот один тут разобрался со всей командой. И, в общем-то, мы сегодня с тобой, не помню, смотрели ли Ace или нет, но смотрим пока что за командой Fnatic, которая направляется на коннекты. Там GV очень агрессивно решил действовать с ВП, но тут же откидывается молотов RPK. Этим делом занимается Хэппи за собакой. Пока что все очень круто перекрывается игроками команды Envious. Деннис на сотке. Боится вражеского АВП, потому так грамотно просто упрыгивает. Ну и дальше уже, наверное, будет действовать вместе с командой. Тут GV откинул смог. Тут же получил под себя хаешку. 56 хп у него остается после осколков. Ну и есть ли информация по тому, как будут действовать игроки команды Fnatic у Envious? Было бы интересно послушать, что они сейчас говорят друг другу в TeamSpeak. Потому что, опять же, близкие позиции наверхне. Скрим, возможно, будет чекать эту позицию под флешку XMS, а тот за электриком. Ну и вместе с Скримом может даже зайти наверхне. И здесь двух игроков защиты Fnatic могут не ожидать. Ты знаешь, вот... Ой-ой-ой-ой-ой, мясорубка в дропруме и все-таки выигрывает ее Envious, при этом GV делает минус по Хэппи. RPK сейчас зайдет в спину, GV забирает его, так и есть, ситуация 3 в 2 выгодная для Envious. Здесь, конечно, Fnatic тоже немножко перемудрили. Но Олафмейстер делает минус по Сиксеру при выходе из зелени. Деннис также забирает XMS, который поджал дом, и вот теперь уже в меньшинстве Envious. А как все хорошо для них начиналось. Да. Он на всех фронтах был абсолютно выгодный для... Ну вот будет все же попытка от RPK, есть по нему информация, действует через тупики Седрик, и могут уже забирать бомбу игроки команды Fnatic, уходить на точке Б. Ну и здесь уже этим занимается Деннис, Олафмейстер решил остаться за плентом, никуда не уходить, и здесь вот RPK прочекает или нет эту позицию, или же будет хороший тайминг для шведа, да, так и получается. RPK даже не мог, наверное, додуматься до того, что вот здесь будет находиться швед, учитывая то, что он знал, что бомба в любом случае будет выходить на точку Б. Ну и хороший хорошо для команды Fnatic, который выходит на счет 2-1. И, ну, в атаке это, конечно же, супер крутой задел на то, чтобы все-таки уже закончить этот тренд своей победы и выйти навстречу команде SK Gaming. Я все это время, вот, ну, весь раунд анализировал, смотрел за Хэппи. Ну, не весь раунд, а, скажем так, в игре в дефенсе, вот на вторых допах я больше всего времени смотрю за Хэппи. И видно, как вот как он читает игру команды соперника, да, как он видит ее. Но вот не справляется. Вот не хватает какой-то у Envious целостности в дефенсе. Вот какой-то, знаешь, вот монолитности. Хотя позиции, опять же, очень часто выбираются неплохие. И в целом команда Envious играет, ну, довольно закрыто. Иногда есть поджимы мейна, которые мы видели. И на первых допах они тоже, кстати, были. И есть некий рисунок в дефенсе. И это, конечно, тоже приятно наблюдать. Ну, так и есть, но дело в том, что сейчас команда в не самом лучшем положении. Тут два раунда от команды Fnatic, и все, пиши пропала. Envious будут проигрывать, но опять же, пока рано об этом говорить. Есть
уже действия под зеленью, но тут очень часто, вот мы еще с тобой отмечали то, что на предыдущих раундах за атаку Envious шли туда, раскидывали, выгоняли JV и дальше пытались выйти, но дело в том, что XMS отшибается, вот перед тем, как еще и смог у него или молотов упадет, уже выходит на прицел JV, тот не промахивается, уже большинство для команды Fnatic, RPK тоже очень красный, 19 хп, Crims принимает соперников на тормозах, тут выход от скриба вместе с хэппи через зелень, пока что не состоялся, 48 секунд до конца этого раунда, скрим неплохо отстреливает Денниса, еще и Олаф вместе падает, но Crims тут же отвечает и надолго его не хватает. Сиксер неплохо подключается к статистике этого раунда. Хэппи тоже убивает JV. И последний остается Робин Рон. Квест Флюша наверх-вниз будет пытаться выходить и забирать этот раунд. Но будет очень тяжело, учитывая то, что три игрока от команды Envious остаются в своих позициях и во всеоружии готовы принимать оппонента, который только сейчас выходит наверх-вниз. Это 2-2. Ну, отметим бельгийского бомбардира. Адиль Берлинтом. Раздал тут борща нормально, два хедшота поставил. Ну вот там Envious-то в меньшинстве вообще были. И вот скрим, конечно, перевернул раунд. Да. Да, и вот теперь такая тонкая ситуация на самом деле, потому что уже вот близки вроде как к победе игроки команды Fnatic. Но сейчас Envious могут все это дело... У нас нетипичное действие от Джеспера Вексела, а именно действие с Максим на зелени. И вновь три игрока со стана Envious действуют как раз таки здесь. И JV услышал противника. Выход от него забирает скримпа. Тут же XMS и Happy отвечает. Там Олаф, кстати, тоже ошибается. Возможно, ему залетает просто там вот какая-то халява, учитывая то, что он стоял вот сзади JV и пытался просто вместе с ним сыграть. Деннис на перемке будет принимать оппонента. Кримс уже погибает. Деннис на размене по XMS. Действует ситуация 2 в 3. Сиксер справляется с Деннисом. И RPK убивает Флюшу. Вновь последний фраг именно на нем. А вот теперь и у это матчпоинт. Да. Да, это матчпоинт. И да. Вот то, о чем мы с тобой говорили, вот радовались, да, о том, что вот команда не испытывает проблем с точки зрения экономики в рамках этих раундов во время тайбрейка. Ну вот, как раз таки первые они, эти самые проблемы, и они здесь могут закончиться тем, что Fnatic проиграют. Вот посмотрите на этот бай, это М4А1С от JV, UMP-шка Деннис и 30 Z-шки от остальных. Это борода. Это очень серьезная борода по экономике. Ну вот решили сыграть здесь агрессивно в поджим. Fnatic, Олаф, Мейстер и Флюша стоят уже. Ой-ой-ой, как же здесь RPK ошибается. Просто он не ожидал этой агрессивной игры. Вот Fnatic, хотя, в принципе, должен был понимать, какая экономика у них. Ой, получается все-таки уйти у нас Олаф, Мейстер и Флюша. Там Happy неплохо нашивал своих противников. Что дальше? Меньшинство для команды Envious, вновь раскидка на зелени. Господи, сколько раз мы этого уже видели? Вот XMS там вместе со своими товарищами по команде пытается все выйти, но вот не всегда получается успешно. JV отвечает за эту позицию. У нас есть АК-47 трофейный у Олафмейстера после падения RPK. Ну и Деннис пока что наверх-вниз. Вот откидывается интересный смог. И, возможно, после этого игроки команды Envious не будут ожидать в близкой позиции как раз-таки наверх-вниз своего противника. Там до сих пор еще Деннис. Ну и... возможно, это будет выход на точку Б. Там уже готовятся принимать соперника Олаф и Флюша. О, Happy тут на верхнем, и он как-то так очень робко ползет. Хотя просматривает очень уверенно вагон. Сейчас откинет молик на плент. Ну, нужно заходить. Ребят, вы уже читаетесь. Нужно двигаться. Happy начинает выходить на верхнем волне. Ближние позиции были свободны, но Олаф Мейстер делает минус по XMS. Так что Флюша на пункте, минус Happy, Флюша, два минуса, отличная работа от него. Все, Steam здесь проигрывает этот раунд, и это еще один. Да. Но Скрим с этим не согласен. Действует до последнего, минус 3 уже в этом раунде. 14 хп, бомбу поставил, но что дальше? Дальше только ствол Денниса, который загоняет последнего противника. И это все же 3-3. Дорогие друзья, вот в очень плохом бае все-таки смогли шведы совладать с собой. Запушить, отжать АК-47. Потом эта АК сыграла свою злую шутку для команды Envious. Вот отметь, Алексей, потому что RPK. Вот стоял у нас, да, Олафмейстер в такой интересной позиции вместе с ЦЗшкой. Вот два ствола они просто принимали выход с верхнего и нижнего. И это у них получилось очень круто, потому что тут же залетали минусы. И была просто работа в паре. И если бы не было этого калаша, то, возможно, не было бы этих фрагов. Но нет, это ошибка. Envious не смогли довести дело до конца. И здесь, ты знаешь, может сработать то самое золотое правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. Потому что Envious имели очень крутую позицию для того, чтобы закончить этот трейн и выйти навстречу КСК. Но нет, у нас
очень интересный девайс залетает. Это излюбленный крокодил Джеспера Вексела. Мы его уже видели на карте Денюк против команды Cloud9. Здесь с этим крокодилом особо ты не поиграешь, разве что на верхнис или на коннекторе. Но мы видим, что Дживи даже не занимает верхнис. И где будет искать себе точку на зелени? Ну да, так и есть. Ну, для зелени, наверное, неплохая позиция. Французы решили сходить на точку Б, судя по всему, практически сразу. Есть контроль коннектора перед Б-плентом. Выход на верхний, на нижний, если у вас есть хорошая раскидка, это не самый плохой вариант. Здесь на самом-то деле нужно буквально, ну, два смока. По-хорошему, ну, в идеале, конечно, в таком закупе, когда у вас есть деньги, вы можете покупать чуть больше смоков. Но без смоков выходят. Просто на спину. Ну, на верхнюю обычно хотя бы один смок там летит, но тем не менее, два минуса от команды Fnatic. Тут без шансов отлетает Xcream вместе с RPKM. И нет размена, что самое главное, бомба потеряна на верхнем. XMS решил все-таки пушить дальше. У нас точку Б, Флюша все это дело читает. Сверхопытный Робин такое не прощает. Хотя, подождите, XMS проходит. Флюша пытается убить соперника, получает в ухо от XMS. 3-4 ситуация. Хэппи тоже делает выпад. Не убивает Улфмейстера, прощает. Вот 10 хп остается у снайпера команды Fnatic в этом раунде. Ну и бомбу стоило бы поставить. В хэппи еще ее забирает каким-то образом. Ну и под свой смог пакет будет установлен. Ну я даже не знаю. Фнатики могут даже еще проиграть этот раунд, учитывая то, как начинался этот выход. Два минуса от защиты. Ну там в спину сейчас заходит GV и много от него зависит. Дэнди делает минус по сиксеру. XMS в это время продавил нижний план, забирает Олафмейстера и делает еще один минус. Как же жестко отыграл только что XMS. Уже трипл килл от него. Хэппи также находит минус по GV. И случается самый ужасный вариант для команды Fnatic. Они действительно проигрывают этот раунд. Я не представляю, каким образом у них это получается. Деннис последний пытается задефузить, задергать противника. Но и противник не промах. Это был Хэппи. Раунд для команды Envyas. Как ни странно, потому что вот... Да. Ну, вообще... В 9 из 10 ситуаций, Алексей, команда, которая играет в защите, которая делает 2 минуса, которая выбивает бомбу на верхней волне, она такое не прощает. Ну, но каким-то образом команда Fnatic сейчас вот ошибается. Envyas смогли выйти, но как же XMS круто поработал в предыдущем раунде. Однозначно MVP лучший игрок. Я за ним смотрел весь раунд, как он двигался, что он делал. Ну, ты знаешь, вот в какой-то момент тоже повезло. Повезло и на расклады повезло. Но здесь, конечно, нужно учитывать то, что XMS... сам полностью создал себе эту ситуацию. Большой молодец. А уже когда ты создал себе ситуацию, все сделал для того, чтобы выиграть ее, да, то, конечно, собственно, ты получаешь в награду MVP раунда, либо в целом просто раунд, выигранный для своей команды. Ну и Team Envyas, хорошее начало на третьих допах, друзья. Напомню, что это третьи допы. У нас вновь тусовка от команды Envyas на зелени. Раскидывается дефолтнейший просто смог, но JV тоже откидывает дымовую гранату. Соответственно, через эту позицию пока не могут действовать три игрока французского коллектива. Ну и JV с крокодилом дальше будет просто стоять и принимать оппонентов, которые, возможно, будут выходить. Хотя, опять же таки, у нас очень часто только одного там оставляли Envyas, своего тиммейта. Дело в том, что и бомба находится у нас на зелени. Это уже... Я уверен, Алексей, на 100% выход на точку А, потому что на Б нет времени для перетяжки, ну и, соответственно, будет работа для звена Олафмейстера, Кримза, Денниса и JV. Сейчас у Fnatic сейчас, ну, просто отличная позиция для того, чтобы не дать своим соперникам выйти на плент и поставить бомбу. Вот 4 плюс 1, тем более, держит. Ой, JV, как же здесь он не, кстати, погибает. Олафмейстер забирает сиксер, RPK, XMS открываются, вообще зажимается со всех сторон французами, а пленты... Шведы не контрят, хотя вчетвером были на этой позиции. Один да. был в мэне, два было в друпруме, один был на зелени. Но заметь, вчетвером, но у нас не было вообще действия вместе. То есть не было взаимозаменяемости да, никакой. Они все были, то есть, да. Каждый они были ситуации, типа, разорваны. Как я один, ребята, я пытаюсь. Я вот один подпушил верхний, второй зашел на мейн, опять же, и JV, который не смог абсолютно ничего показать со своим крокодилом на зелени, вновь его покупает. Но здесь, опять же таки, уже не стоит говорить о экономике, которой нет у команды Fnatic. Есть UMP-шка от Денниса, Максим от Олафмейстера и CZ-шки от Кримза и Флюши. В таком наборе попытаются все-таки Fnatic взять этот раунд в защите. Или все это сведется к тому, что Envyas очень круто покажут себя в атаке, возьмут три подряд и, возможно, даже выиграют. RPK забирает на коннекторе Олафмейстера, тот решил сыграть агрессивно на коннекторе под смоук. И был наказан. Флюша тоже там немного поднаказан. 31 хп у него остается после контакта. Но здесь Envy, конечно, своей вот медленной игрой заставляет противника ошибаться, заставляет двигаться. И, соответственно, ну, пока что на голову во время этих допов выше своих соперников. Ну, во всяком случае, так она смотрится, команда Envyas. Ну, да, тут третьи допы действительно могут закончиться
что там 3-0 в атаке. И там уже вопрос, как Fnatic будут выходить из этого положения. Продолжает стоять Envias. Ну, как минимум, RPK, который открывался здесь на коннекторе. Весь раунд он здесь стоял, собственно. И вот теперь уже команда подтягивается. Envias могут выходить. Притом можно выходить вообще без гранат, просто на стрельбу. И абсолютно спокойно. Одна флешка, да, от французов. Молик летит, но Молик этот абсолютно неэффективен. А от команды Fnatic минус Флюша, ну и 3 в 5 мертвый ретейк абсолютно. Да, не успевает у нас Флюша достать из штанов ЦЗ-шку. РПК переезжает Кримза и Денниса, это танк. Пушит также XMS своего соперника на коннекторе, это был JV. И вновь крокодил не сработал, никого не забрал, это 6-3, 3-0. Ну, Envias, как же круто смотрится в атаке, послушай. Ну, даже при том, что мы с тобой не раз отмечали то, что хорошие позиции Fnatic угадывали, но при этом... Молниеносные хедшоты просто от французского коллектива. И сейчас вот только один раунд, и они уже будут бороться с командой СК. И это будет борьба уже за просто вот выход в плей-офф. Вот с какого места? Со второго или третьего? Там, наверное, по раундам они будут смотреть как-то в личных встречах. Ну, то есть смотри, сейчас играет Envias Fnatic, да, например, там выигрывает, например, со счетом 7-3. А потом играет СК. Там, например, сколько раундов в сумме они возьмут? И у них же тоже здесь может быть одинаковое количество побед друг у друга. То есть, например, СК выиграет следующую игру Envias, а Fnatic выиграет у СК. И будет опять, как бы, будет считаться раунд тогда. Посмотрим. У нас очень быстрый выход от команды Fnatic под раскидку на точку А. Полетел Молотов на коннектор. JV уже близок к тому, чтобы делать минусы. Там XMS врывается, два места от него. И просто без шансов разворачивают здесь всех игроков команды Fnatic. Скрими компании. Олаф Мейсер последний, 1-4. И, ну, здесь, конечно, будет очень тяжело что-то поставить на стол перед своими противниками. Ну, Олаф не заметил оппонента у нас на девятке. РПК ошибается. Тут абсолютно ненужная граната. Также скрим погибает, и уже ситуация 1 в 2. А там 2 АВП Хэппи вместе с Сиксером. Так, ну, у Олафа совершенно нет информации по нахождению оппонентов. Он только теоретически может понимать, где они могут быть. Ну, и Олаф отпускает зелень, уходит. И наверняка сейчас Сиксер его еще и услышит. Сиксер слышит его? Не слышит? А что там, не слышно? Я думал, что если зелень не стягиваешься в мидл, то под старой вышкой должен слышать он. Ну, вот Хэппи должен услышать. Нет, все-таки Олаф вовремя подошел под степ, но это скилл. Это скилл, и сейчас да. Олафмейстер, возможно, будет спускаться наверх вниз. А там Хэппи, в принципе, готов по таймингам встречать Хэппи противника. Да, скилл. Хэппи хорош, да. У Хэппи кунг-фу лучше и сильнее, чем у его соперника. Но, во всяком случае, в этом раунде читается соперник. И команда Fnatic проигрывает этот трейн против Envias в рамках тайбрейков и этих самых допов. Так что мы ждем встречи Envias против СК. Ну, либо Fnatic против СК, да? Или